Всем привет! Сегодня не только анонсировали стрим разработчиков версии 4.7, но еще и порадовали всех игроков внезапными и очень комфортными игровыми улучшениями. Всем приятного просмотра! Наконец свершилось то, чего мы ждали в Геншине все 4 года. Начиная с обновления 4.7, которое выйдет 5 июня, в игре добавят очень полезное нововведение. Лимит смолы будет повышен со 160 до 200 единиц. И теперь можно будет сделать 5 штучек густой смолы за раз. Скорость восстановления смолы не увеличивали. Так что имейте это в виду. Но по крайней мере она теперь не будет переполняться, если заходить в игру всего лишь один раз в день. Лимит материалов развития и запасов еды также повысят с 10 тысяч до 100 тысяч. Лимит друзей поднимут до сотни и добавят функцию рекомендованных атрибутов для особых конфигураций артефактов. Также сегодня был анонсирован стрим разработчиков по обновлению 4.7. Пройдет он, как и ожидалось, 24 мая в 15:00 по московскому времени, одновременно на Твиче и на Ютубе. На обложке стрима изображены Сиджвин и Кваринда. Ну и конечно же, на стриме анонсируют официальные баннеры. Узнаем, будет ли молитва Хроник, потому что пока что про нее вообще нет новостей, что может указывать на ее полное отсутствие в версии 4.7. А также всем игрокам раздадут 3 промокода на 300 промогемов в сумме, которые истекают на следующий день и будут мгновенно опубликованы в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Там вы точно ничего не пропустите, потому что самые важные новости я опубликую специально для вас. Напишите в комментариях, порадовала ли вас новость о повышении лимита смолы и ждете ли вы стрим разработчиков. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!